Вы считаете себя успешным человеком? Я не дорос до настоящего телевидения. Чем вы занимались? Нос, грудь, липосакция. И в первый же день меня ставят на аборты. Сколько вы каштуете? Сейчас? Ну, тогда. Я или непомерно завышал гонорар, либо говорил, что я занят. Вы когда-нибудь сотрудничали с силовыми структурами Беларуси? Меня смутило, что откуда у Министерства обороны 30 тысяч долларов. Вы когда-нибудь подтрымливали Лукашенко? Вот прямо сейчас заживем. Сейчас будет хорошо все. Можно даже все простить вообще. Вы глядите программу «Шчыра кажучы», у якой знаных беларусаў правяраюць на паліграфія. Цягам 2 гадзінаў госць адказвае на пытанні адмыслоўца. Пасля адказы аналізуюцца, паліграфолаг перадае іх вядоўцы праграмы. І ўжо потым Арына Маліноўская абмяркоўвае адказы з тым, хто наважыўся прайсці дэтэктар хлусні. Сёння госць праграмы – шоумен Яўген Булка. Евген, вітаю. Дякую вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Зараз вы праходзілі наше тэставанне на паліграфія. Распавядзіце, калі ласка, якія ў вас адчуванні? Прям вы патрыпалі мне немножко нервы. Не потому, што мне прыходзілася враць, да? А потому, што мне на многія вопросы прыйшлось ответіць чесна саму перед сабой, как бы непрыятна не было. Я прям вам благодарен за это. Еще одно испытание такое для меня. У меня уже есть отказы на наши пытания. Да ладно. Стойте. Да ладно. И мы можем с вами начинать. Вы считаете себя успешным человеком? Да. Вам действительно нравилось работать операционным санитаром? Да. Были ли у вас в семье разногласия из-за смены профессии? Нет. Першае пытанне, вы лічыце сябе паспяховым чалавекам? Угу. Вы адказалі так, і наш паліграф вам верыць. Вось з чаго складаецца ваш поспех? Мой успех в возможности говорить, что я действительно думаю, в миллиардных открывшихся возможностях проживать новые жизни или жизнь по-новому и пробовать себя. То бок для вас поспех – это то, что вы можете спробовать нечто новое? Конечно. Успех в том, что ты можешь реализоваться в этом. Успех – это не всегда реализация профессиональная. Есть самый большой успех, я считаю, что это реализация личностная. Вот после сыходу с телебачения белорусского и после того, как вы съехали из Беларуси, чем вы занимались? Лучше спросить, чем я не занимался. Пачнем з таго, чым займаліся, а потым, ну, што вы яшчэ не зрабілі? Я красіў ночью дарогі. Ага. Я быў памочнікам повара в ресторане. Я грузчыкам, санітарам в Цэнтры пластычнай хірургіі. Сейчас на ресепшыяніст, это как называется? Как-то... На ресепшіне працуюся? На ресепшіне в отелі, бутик-отелі, да. Гэта апошняя праца? Да. А чаму вы сышлі з працы санітара? Санітара. Скажу честно, что условия по оплате и по графику меня больше устроили. И проводить хотя бы несколько дней нормальных с семьей, для меня это стало приоритетом. Потому что... У нас было питание, вам сапраўды подобалось працаваць санитаром, и вы отказали? Да. Але наш полиграф вам не верит. А я знаю почему. Ну, в смысле, я могу понять, почему он мне не верит. Попасть в закулисье Центра пластической хирургии – это капец интересно. Это интересно. Это вы не представляете, насколько. Когда ты увидел уже все. Когда ты уже увидел уже то, чего уже вообще, может быть, даже никто и не видел. Изнутри причем. Например, может быть, сейчас шокирующую штуку скажу. Например, на аборт начинаешь смотреть. Як? Иначе. Как вы глядели ранее, как вы глядите сейчас? Скажу так, что сначала меня не предупредили, что я в том числе буду работать во время абортов. Не предупредили. Сказали, будут стандартные там пластические операции, уши, нос, грудь, липосакция. И в первый же день меня ставят на аборты.
Я думаю, ну все, сейчас 3 секунды, я в обмороке, наверное. А потом так совпало, что получение информации, которая закрыла, полностью закрыла мои какие-то терзания по этому поводу. Ну, сейчас, наверное, это будет скучно звучать, но я так скажу, что душа всегда знает, как вовремя выбрать. Если душа выбрала не прийти и выбрала такой способ, что потенциальная мама решила не допускать эту жизнь и эту душу в мир, то это выбор все-таки той души, которая не пришла, а не мамы. И поэтому вот эта идея, она меня очень успокоила. Количество вот разных эмоциональных качелей плюс график, это все-таки... Иначе бы я не ушел, если бы меня прям распирало то, как мне это нравится, я бы там остался. Мне говорят, давай, иди на медбрата, у тебя есть возможность получить образование в Израиле. Медбрат – это хорошая работа, хорошо оплачивается. Но я говорю, нет, я выбираю семью. Ці были у вас у семьи разноголосия про смену профессии? Нет. Наш полиграф вам верит. Ваша жонка вас заусёду подтримливала? О, это да. Моя жена – это... Ну, это вообще какое-то благословение, наверное. Это, наверное, что-то я сделал очень хорошее в жизни. У меня очень много, прям роились мысли, про кого спрашивают, про семью родителей или про мою жену. Все понимали, что я делаю выбор, я знаю, почему я этот выбор сделал, и ничего не остается, как согласиться с моим выбором. Вы бы хотели сейчас вернуться работать на белорусское телевидение? Сейчас нет. Вы жалели о том, что поддержали протест? Нет. Вы бы поддержали протест, если бы знали, что потеряете работу в Беларуси? Да. Вы шкадуете, что подтримали протест? Нет, конечно. И наш полиграф вам верит. Вы, саправды, не шкадуете, что подтримали протест. А вось вы коли-нибудь шкадовали, что подтримали протест? Тоже нет. Было ли мне страшно за то, что я поддержал протест? Было. Наш полиграф вам на гэта не верыць, ён лічыць, што калісьці вышкадавалі, што быў нейкі такі момант. Понимаете, если у меня внутри все заворачивается от того, что я прожил, как бы вы себя чувствовали, если бы вам пришлось уехать на следующий день после того, как вы забрали свою жену с новорожденным ребенком из роддома, когда не провел с ними даже суток? Вообще, даже сутки не. Вот я их забрал, и все. И вот эти все воспоминания, конечно, ты задаешь себе вопрос, а стоило ли это того? А потом понимаешь, все равно стоило. Вы подтримали протест, ведаючи, что стратите працу у Беларуси? Да. И наш полиграф вам верит. Вы бы хотели зараз вернуться працевать на белорусское телебачение? Ну, смешной вопрос, конечно, нет. И наш полиграф вам верит. А при каких умовах вы бы хотели туда вернуться? Столько всего произошло, что, с одной стороны, я бы сказал, да, хотел бы, а с другой стороны, я не знаю, что должно произойти, чтобы я действительно уже... Просто когда ты вырастаешь из каких-то штанишек, в них нужно делать какие-то вставки. А вы лечите, что вы уже выросли с белорусского телебачения? Я не дорос до настоящего телевидения. Вот этот вот синдром местечковости, когда ты... Насколько ты профессионал, ты можешь увидеть только когда ты куда-то выехал. Понимаете, я, можно сказать, ни дня не учился по-настоящему, не учился телевизионной профессии. Ведь это же ужас. Ведь задуматься, что существует телевидение, там работают люди. Ты знаешь, что операторы учатся в Академии искусств, режиссеры учатся в Академии искусств. А кто выпускает телевизионных ведущих? Кто учит этих людей работать в кадре? И как только закончились самородки, мы видим то, что мы видим. Вы лечите себя самородком? Конечно. Ну, конечно. Ну, потому что я могу дать себе, по крайней мере, отчет, что тот мой путь творческих исканий и реализации, мне никто не говорил, что нужно делать. Ну, правда, я вот как чувствовал, так вел себя, вот так действовал. Коли белорусское телебачение – это не саправдное телебачение, то телебачение якой краины мы можем назвать саправдным?
из самых близких и понятных, самый успешный вариант реализации телевизионного продукта с позиции драматургии, с позиции режиссуры, технического обеспечения – это Украина. А Россия? Хуже. Але лепш, чем Беларусь? Я считаю, Беларусь? Что… Да, ну, конечно, очевидно. Но не канал РТР. Там как в Беларуси, там вот. Вы бы хотели сейчас вернуться вот к прежней жизни в Беларуси, к тому, что было у вас раньше? Нет. Известность, положение, должность и участие в интересных проектах, ну, наверное, интересных. И сейчас этого ничего нет. Сейчас есть гораздо больше. А что есть? Сейчас есть целый мир возможностей в плане испытания себя. Вы сейчас зарабатываете больше, чем в Беларуси? Да. Хватает ли вам сейчас вашего заработка? Да. Зараз вы зарабатываете больше, чем у Беларуси? Да. Наш полиграф вам верить. У Беларуси вы зарабатывали около 2000 долларов, насколько я ведаю. Насколько зараз повеличился ваш заработок? Не в разы. Не могу сказать, что в разы. Но больше. В зависимости от того, хочу ли я взять какую-нибудь подработку, побыть чуть-чуть подольше на смене, получить какие-то дополнительные бонусы. То есть в этом смысле израильская система очень гибкая. А вот этого хапает на жизнь? Вот прям на базовую жизнь, такую, чтобы прям не задумываться о том, что как, да. Наш полиграф вам верит. А вот вы бы хотели вернуться жить в Беларусь? Або у Израиля все ж таки лепей? Знаете что, я уверен, что мы об этом поговорим. Когда будет такая махчимость? Нет, я думаю, что мы где-нибудь на Зыбицкой мы об этом поговорим. Ну, и это будет, наша беседа будет начинаться фразы «Ну как?». И вот дальше все самое интересное будет. А вот вы бы хотели вернуться до раннейшего життя в Беларуси? Наш полиграф вам верит. Что принципово стало лепей для вас зараз? Я себе стал задавать больше вопросов. Назовем это так. Проснуться всегда легче, чем спать. Иногда спать приятнее. Но вот для ощущения реальности лучше проснуться. Вот я проснулся. По чемсти сумуете вы в Беларуси? Что хотелось? Может быть, ностальгия некая бывает? Это не то, что я скучаю по этому. Я вспоминаю это. Вспоминаю с благодарностью. Это разные чувства. Скучаешь – это значит, ты тоскуешь. Значит, тебе сейчас плохо. И ты думаешь, ну как же сделать так, чтобы все вернуть? Вот все вернуть не хочется, но то, что было хорошо, я вспоминаю с благодарностью. Невозможно в одну и ту же реку войти дважды. Ну, невозможно. Вы когда-нибудь поддерживали Лукашенко? Да. Вам когда-нибудь предлагали сотрудничество силовые структуры Беларуси? Нет. Вы когда-нибудь сотрудничали с силовыми структурами Беларуси? Нет. Вы когда-нибудь подтримливали Лукашенко? Ну, голосовал. А сколько разов? За усёды? Один раз. А при каких умовах? Каких это год? Студенческие годы. Я скажу, наш полиграф вам верит, вы заправды подтримливали Лукашенко. Да, я видел действия, которые для себя трактовал как очевидный прогресс для страны. Это что? И для людей. Когда я увидел рост огромный, прям всплеск количества индивидуальных предпринимателей, во что превращался Минск с 17 по 19 год, рост усадебного бизнеса, назовем это так. Так получилось, что я делал самые первые репортажи о самых первых усадьбах в Беларуси. Вот агроусадьбах. Я был репортером, мне было 19 лет, и как раз как только начали появляться агроусадьбы, об одной из первых я делал, это прям было вау, ничего себе, что это такое, что это такое. И потом, впоследствии, увидел, какое количество этих усадьб, насколько это стало интересно, насколько это стало привлекательно. Рост IT по корпоративам, давайте уже совсем честно говорить. Далее европейские игры и отзывы иностранцев, там, про уровень организации, про уровень вообще всего, чего, как выглядит.
это все создавало иллюзию, блин, вот прямо сейчас живем, сейчас будет хорошо все. Сейчас можно даже все простить вообще. У вас не было думок, то есть вы працевали на телебачении, угу. И ну, мы можем сказать, что белорусское телебачение – это пропаганда. Не было у вас думок, что у ваши вот такие меркования – это праца белорусской пропаганды? Нет, я реально так думаю. У меня есть друзья, аналитики, которые аналитическую информацию передавали по запросу разных структур разных стран. Ничего секретного, это никакие там не агенты, нет. Они просто собирали всю экономическую, там, социальную информацию, сводили это все. И действительно они отмечали какой-то рост. Это независимые аналитики. Тенденции. Да, 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 независимо. В том числе открытие американского посольства. А вам когда-нибудь пропоновывали супрацу силовой структуры Беларуси? Как вы восприняли эту информацию? Как сливать информацию? Я подумал, да. Вот таких предложений мне никогда не поступало. И наш полиграф вам верит, вам сапраўды не пропоновывали супрацу силовой структуры Беларуси. А вы когда-нибудь супрацовничали силовыми структурами Беларуси? Предложений о таком сотрудничестве мне не поступало никогда. И наш полиграф вам верит. Вы когда-нибудь вели корпоративы людей, которые вам неприятны? Нет. Вы когда-нибудь вели корпоративы с участием чиновников? Да. Вам платили за корпоративы с участием чиновников? Да. За 30 тысяч долларов вы бы провели корпоратив в Министерстве обороны Беларуси? Нет. Вы когда-нибудь вели корпоративы особо, которые вам были неприятны? Нет. Наш полиграф вам верит, а вы подбирали этих особ? Если, например, начинались какие-то такие дополнительные вводные. Так, значит, нам нужен сценарий такой. Значит, вы должны будете, вот когда вот со мной разговаривали вот так, то я находил способ отказаться. Я или непомерно завышал гонорар, либо говорил, что я занят, и все. Тишмат было таких выпадков? Нет, я не думаю, что много. Забота об имидже, внешнем и внутреннем, она постепенно все-таки в структурах HR, в любых компаниях, она работала хорошо. Вы когда-нибудь вели корпоративы с уделом чиновников? Конечно, да. Ну как? Наш полиграф вам верит. А, еще и верит. Какие у них были поводины? Нормально все себя ведут, они же прекрасно понимают, что на них люди смотрят. А вот какая разница корпоратива простых белорусов и корпоратива у чиновников? Ну, у чиновников, наверное, бухгалтерия не всегда танцует на столах. Я не знаю, я никогда не видел чего-то такого, чтобы выходило за рамки. А вам платили за корпоративы за делом чиновников? Ну, конечно, это все было по ведомству через, как же эта структура называется? Минсконцерт. Так. Так что и все прям. Наш полиграф вам верит. А кольки каштуе корпоратив простых белорусов и корпоратив. Просто белорусы. Ну такие интересные, но простые белорусы замовить ведоуцу с телебачення не заўсёды мають такую магчымасць. Кольки вы каштуете? Сейчас? Ну тады. Разное, вот прям вот. От чего залежит? Продолжительность. Например, за 6 годин. Ну, от 500 и выше. 500 долларов и выше. Было время сотрудничества, когда я не регулировал цену. Это было сотрудничество в рамках, когда Comedy Club был. И тогда все права и все гонорары назначали наши продюсеры. А чего залежит больше высокий кошт? Тут нужно смотреть каждый период. Потому что, например, если это Новый год, прям рубил 1000. Кто согласится? Ну, кто здесь? Тут, конечно, соглашались. Хотелось? Было время, когда соглашались. Сейчас у многих, ну, не у многих, но у тех ведущих, которые работают сейчас в Беларуси, у них такие гонорары. Вам пошанцевало, вам платили. У меня были высокие гонорары, а потом вследствие... Вам платили. Дудинскому вось, например, могли не платить. Были мероприятия, а вам платили, на которых не платили. На каких? Для КГБ. Концерт. Так вы вели... концерт. Угу. Больше меня почему-то не пригласили. Это был концерт по поводу какой-то юбилейной даты.
Угу. Ну, кстати, это был дворец культуры. Фрунзе. Народный ансамбль танца с номером. А вот вы гонорились, что вас позвали? Всегда что-то преподносится так. Очень ответственное мероприятие. Ну, вас им брали. Нужно. Вам доверили. Ну, доверили, исполним, что. А вот за 30 тысяч долларов провели бы корпоратив в Министерстве обороны. Слушайте, а вот как связана именно цифра 30 тысяч? А я не веду, что дослали, то я учиваю. А, я думал, может, у них там какая-то... Что-то лишнее. Ну, мабуть, вам по телефону зараз вы скажете так. И вот завтра уже вам звонок. А левость у нашего полиграфа есть сумнева. Мабуть, вы не верите у гэта увогуле. Я, наверное, меня смутило, что откуда у Министерства обороны 30 тысяч долларов? Угу. На корпоратив. Угу. Вот что меня смутило. Хотели бы вы сейчас работать на российском телевидении? Нет. Вы бы хотели сейчас стать ведущим реалити на российском ТНТ? Нет. Когда-нибудь вы хотели стать ведущим «Дома-2»? Да. Я даже режиссера «Дома-2». Секретик такой. У нее были большие симпатии. Симпатии к вам? Да. У режиссера «Дома-2»? Да. Сейчас вы бы хотели вести «Дом-2»? Нет. Ну, то есть, когда я был молод и горяч и жаден до работы, угу, я хотел бы вести все, что большое и вкусное. Угу. Ну, вы считаете «Дом-2», ну, типа, хорошим проектом? Да говно, конечно. Но с позиции создания шоу, потрясающее шоу, потрясающе сделано все, прям выверено, четко. Все работает, все стреляет, все приносит деньги. Вы бы хотели сейчас провести российский «Голубой огонек»? Нет. Ти хотели бы вы зараз працевать на российском телебачении? Ну нет, конечно, что вы говорите. Наш полиграф вам верить. Колись были такие думки, вы уже рассказывали, ну, вы хотели працевать на ТНТ. А на какие-нибудь еще телеканалы хотели бы? На первом? Так. Конечно. Вы бы хотели зараз стать загадчиком реалити-шоу на российском ТНТ? Нет. И наш полиграф вам верить. А вы колись бы хотели? Ну да. У меня было предложение от ТНТ, но не столько телевизионное, сколько вот участие в большом интересном сериале. А каким? Блин, рабочее название было «Мама Москва». Не знаю, вышел он, не вышел в итоге, я не помню, но там требовался переезд. И вот как раз я пришел на ОНТ и говорю: «Вы знаете, у меня есть предложение в Москву». Он говорит: «Ну думай, у нас тут для молодых сотрудников квартиру выдаем, что думаешь?» И, кстати, не... Ни разу так и не предложили квартиру на ОНТ. «Дом-2» подобается? Нет. Ну, как проект, который бы я смотрел, нет. Как сочетание эффективности в экономическом смысле, в рейтинговом смысле, ну, конечно, это прям молодцы, да. Вы бы хотели стать ведущим «Дому-2»? Хотел ли я когда-либо или прямо сейчас? Зараз? Нет, конечно. Наш полиграф вам верить, а кли-нибудь? Ну, как, да, когда я работал на ТНТ в «Убойной лиге». А чё нет, было бы прикольно. Наш полиграф вам верить. Вы, саправды, калісьці хотели стать ведущим на проекте «Дом-2». Вы глядели «Блакитный агентчик»? Мы все смотрели это. Вам подобается? На РТР? Это ужасно. Вы бы хотели провести российский новогодний блакитный агентчик? Слушайте, ну Зеленский вел, Галкин вел. Ну и Булка будет. Булка тоже мог бы быть. Мы с Галкиным сейчас земляки. Я не могу сказать докладно, правда это или не, бо не было такого пытания на нашем тестовании, але было иншее пытание. Вы бы хотели зараз провести российский новогодний блакитный агентчик? Вы отказали? Не. И это так само была правда. Евген, это были все пытания. Дякую вам великий, что вы сегодня до нас пришли. И дякую вам великий за вашу щирость. Дякую вам. До встречи на Зыбицкой. Гэта была праграма «Шчыра кажучы», я яе вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Наступным паліграф пройдзе пластычны хірург Дмітрый Мікуліч.